السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ کچھ عرصے میں بعض جمہوریت میں نے بعض حضور говорит недавно я начал цикл проповедей с поучительными притчами о которых рассказал обетованный реформатор да будет доволен им Аллах کے حوالے سے بیان فرمائی بیان کی Когда я выбирал эти поучительные притчи для сегодняшней проповеди, я подумал, что эти индийские притчи существуют благодаря обетованному Мессии, мир ему. Если бы их не было в нашей литературе, люди бы давно их забыли. А сейчас эти притчи переводятся на разные языки. Одним словом, сегодня я тоже расскажу некоторые из этих поучительных притч, некоторые из которых основаны на реальных событиях. Обетованный Мессия мир ему для объяснения той или иной темы иногда рассказывал шутки. И обетованный реформатор рассказал об одной притче, которую он слышал из уст обетованного Мессии мир ему. У одной женщины, садовницы, было две дочери. Одна из них вышла замуж за жителя долины, а вторая за жителя пустыни. И эта женщина-садовница постоянно думала о том, что всегда одна из ее дочерей будет нести убытки. Если прольется обильный дождь, может пострадать ее дочь, которая живет в долине. А если дождя не будет, то вторая дочь, которая живет в пустыне.
کہ اگر بارش ہو گئی تو جو کمہاروں کے ہاں بیائی ہوئی ہے وہ نہیں رہی, ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا. Потому что если не будет дождя, то у семьи ее дочери, которая живет в долине, не будет урожая овощей, и они понесут убытки. А семья второй дочери, которая вышла замуж за гончара, понесет убытки по той причине, что из-за дождя будет испорчена их посуда. И таким образом их мать при любой погоде испытывала беспокойство. Обетованный Мессия Мирому, рассказывая эту притчу, говорил: «Однажды в Кадьяне между двумя мусульманами Ахмади возникла ссора, и многие люди объясняли им, что им надо помириться, но они говорили, что они обязательно напишут заявление в английский суд, и там будет принято справедливое решение. А когда их представители пришли ко мне, чтобы я помолился за них в связи с судебным разбирательством, то поскольку они оба были моими последователями, мне было трудно решить, за кого из них я должен молиться, чтобы он выиграл дело, а второй проиграл. И поэтому я вознес за них мольбу, пусть выиграет тот из них, который правдивый. Сегодня тоже бывают такие случаи, когда между мусульманами Ахмади возникает ссора, и их дело доходит до суда. И они оба мне пишут, чтобы я молился за них. И мое состояние становится таким же, как у этой женщины-садовницы, одна из дочерей которой обязательно понесет убыток. Если будет дождь, то ущерб будет нанесен той, которая вышла замуж за гончара. А если дождя не будет, то ущерб будет нанесен второй дочери, которая вышла замуж за садовника. Здесь я хочу объяснить, что если во время обетованного Мессии Мирому мусульмане Ахмади могли писать заявление против друг друга в суд, то сейчас тоже можно это делать. Каждый имеет на это право, но будет лучше, чтобы они решали свои вопросы в рамках системы общины. И не надо доводить свои ссоры до государственного суда, потому что обетованному Мессии Мирому это не нравилось. И люди не должны каждый день повторять, что они обязательно пойдут в государственный суд. Потому что когда они просят молиться за них, мне бывает очень трудно решить, за кого из них я должен молиться. И в этом случае я возношу ту же мольбу, что и обетованный Мессии Мирому: «О Аллах, пусть победит тот из них, кто правдив». Всевышний Аллах повелел нам почитать своих родителей. Мы должны подчиняться им в каждом деле, кроме тех дел, которые противоречат нашей религии. Если они призывают делать то, что противоречит религии, мы должны с уважением говорить: «Ваше повеление противоречит моей религии, поэтому в этом деле я не буду повиноваться вам». اس لیے یہ بات ماننا
Обетованный Мессия Мирому сказал, обязанностью у каждого человека является почитание своих родителей. Он должен выполнять свои обязанности перед ним и не должен наслушиваться их. Но, к сожалению, есть много молодых людей, которые не проявляют к своим родителям такого уважения, которое они должны проявлять. Есть такие, которые, получив какой-то высокий статус в обществе, стесняются встречаться со своими бедными родителями в присутствии людей. Обетованный Мессия Мирому рассказывал, что один бедный индус с большим трудом дал образование своему сыну, чтобы он получил диплом магистра. И потом его сын получил должность заместителя налогового инспектора, и в то время это была очень высокая должность, хотя сегодня это не считается высокой должностью. Однажды у его отца возникло желание, поскольку мой сын стал заместителем налогового инспектора, я должен пойти к нему и увидеть, как мой сын работает на этой должности. И когда он пришел к нему, он увидел, что вокруг него сидело много адвокатов и других людей. Его отец был в грязной одежде, и он скромно сел в углу и спокойно наблюдал, как люди разговаривают с его сыном. Но одному человеку не понравилось его присутствие, и он спросил, «Кто этот человек, который сидит с нами?» Заместитель налогового инспектора увидел своего отца и, испытав стыд, сказал, «Это наш работник, который развлекает наших детей». Когда этот человек услышал слова своего сына, он встал и сказал, «Уважаемый, я не развлекаю его детей, я развлекаю его мать». И когда присутствующие узнали, что это его отец, все они начали упрекать его. «Почему ты не сказал нам, что это твой отец? Если бы ты сказал нам об этом, мы бы оказали ему уважение и с почетом посадили бы его рядом с тобой». Сейчас тоже бывают такие случаи. Есть такие люди, которые стесняются встречаться со своими бедными родственниками. И они это делают для того, чтобы не потерять свой статус в обществе. И некоторые не встречаются даже со своими родителями. В то время как они должны сделать так, чтобы больше людей узнало имена их родителей. А не делать так, чтобы их родители были опозорены. Далее обетованный реформатор говорит, некоторые люди слушают выступающих с той целью, чтобы получить временное удовольствие. Обетованный Мессия Мирому сказал, не приходите на собрание лишь для того, чтобы послушать выступление того, кто хорошо выступает. Вам надо думать, о чем он говорит, какую пользу вы получаете от его выступления. Некоторые люди не размышляют глубоко над тем, о чем говорит выступающий. Они слушают его лишь для получения временного наслаждения, и некоторые выступающие имеют способность создать в людях временные эмоции. И для этого они иногда говорят очень громко, а иногда искусственно рыдают и придают различные эмоциональные оттенки своему голосу. В этой связи обетованный Мессия Мирому рассказал об одном событии, произошедшем с одним из таких докладчиков. Тема его выступления и его выступления должны были заставить слушателей рыдать. Среди его слушателей был один земледелец, который держал в руках вилы.
Азур поясняет, раньше виллы использовались часто, а сейчас в европейских странах существуют новые технологии, и они практически не используются. Говоря коротко, выступление этого докладчика не смогло оказать влияние на людей. Но когда этот земледелец услышал его выступление, он зарыдал. И видя его рыдание, докладчик подумал, что это его выступление так повлияло на него. И он сказал слушателям, люди обладают разными сердцами. Что касается вас, вы давно слушаете мое выступление, но оно не оказало на вас влияния. Но с другой стороны, есть этот раб Божий, который как только услышал мой доклад и сразу зарыдал. И потом он спросил у этого земледельца, «Скажи, какие слова произвели на тебя такое сильное впечатление?» Земледелец сказал, «Вчера буйволенок моей буйволицы так же долго кричал, как и ты, а потом умер. И когда я услышал твой голос, я вспомнил крик буйволенка моей буйволицы, и поэтому я зарыдал». Когда докладчик это услышал, он испытал стыд из-за того, что его выступление вызвало такие эмоции у одного человека, которому его голос напомнил крик буйволенка его буйволицы, который умер, и, вспомнив о котором, этот человек зарыдал. А докладчик неправильно понял его эмоции и подумал, что он рыдал из-за его выступления. Сейчас, когда богословы произносят против нас свои пламенные речи, они кричат так же громко, как этот докладчик. И они выступают с большой страстью. Об этом очень хорошо известно людям, которые сейчас живут или раньше жили в Пакистане, а сейчас переехали в другие страны. Милостью Всевышнего Аллаха к нам является то, что Он даровал нам возможность принять обетованного Мессию мир ему. В то время как другие богословы, зарабатывающие деньги, используя имя Ислама, претендуют на то, что они очень близки с Богом, и Бог слышит их мольбы, однако их практические деяния противоречат этому. В этой связи хазрат обетованный Мессия мир ему рассказал об одном человеке, который считал себя приближенным к Богу. Однажды он пришел к одному своему последователю и сказал ему, «Дай мне мою подать». Это было время засухи, и его последователь сказал, «Простите, у меня сейчас нет денег». Пир-сахиб начал ссориться с ним и сказал ему, «Продай что-нибудь и дай мне деньги». И он ушел только после того, как он дал ему что-то. Такого рода слабость в вере и грязные дела можно видеть у тех людей, которые претендуют на то, что они являются приближенными к Богу.
И это было не только в прошлом, но и сейчас в Пакистане и в других странах есть такие же пиры, претендующие на то, что они являются приближенными к Богу. Знание священного Корана объемлет весь мир. И исцеление от всех болезней мира содержится в священном Коране. Другое дело, что мы по причине недостатка наших знаний и размышлений не достигли глубины этих знаний Корана. Обетованный реформатор говорит: «Я помню, что обетованный Мессия мир ему однажды сказал, обо всех правилах врачевания рассказано в Священном Коране, и в Священном Коране содержится исцеление от всех болезней. Но у меня не было возможности размышлять над Священным Кораном, и глубина моего знания не достигла того, чтобы я понял его. Но, опираясь на опыт своих предков и имеющийся у меня опыт, я могу сказать, что не существует ни одного знания, которое не было бы связано со Священным Кораном. Одним словом, надо размышлять над Священным Кораном. Надо читать тафсир Священного Корана, обетованного Мессией мир ему, и также тафсир обетованного реформатора, а также те разъяснения, которые давали халифы времени, объясняя разные аяты в свое время. И нам тоже надо искать знания и мудрость в Священном Коране. Некоторые люди думают, что у них уже достаточно знаний, и им уже не нужны дополнительные знания, и они считают, что они не нуждаются в чьих-либо советах. И им не нужно применять свои знания на практике. Но следует помнить, что вместе со знаниями необходимы также и практические действия. Невозможно, чтобы кто-то, прочтя книгу по медицине, стал врачом. Для этого ему необходимо научиться ставить диагноз и потом лечить людей. Поэтому в медицинских колледжах и университетах для студентов существуют практические занятия, которые проходят под наблюдением опытных врачей. Без практики человек не может ничего достигнуть. Одним словом, знания врача становятся совершенными тогда, когда они применят их на практике. Обетованный Мессия мир ему в этой связи рассказывал о событии, произошедшем с одним лекарем. Один лекарь изучил много книг, и он слышал о хорошей репутации Махараджи Раджит Сингха. Он пришел к нему во дворец в надежде, что он наймет его в качестве лекаря. Сначала он встретился с его визирем и попросил его ходатайствовать за него. Но у визиря возникло опасение, что если Махараджа Раджит Сингх наймет его в качестве лекаря, то он утратит свое влияние. Но и не ходатайствовать он тоже считал неправильным. Побеседовав с ним, он понял, что у него много знаний, но отсутствует практика. Он ходатайствовал за него перед Махараджей и сказал: «Ваше Величество, это очень знающий лекарь. Он прочитал такие-то и такие-то книги». Но Махараджа спросил: «Скажите, он обладает практическим опытом или нет?» Визирь сказал: «Благодаря вам у него появится практический опыт». Махараджа Раджит Сингх был очень умным человеком и понимал, что знание без практики ничего не значит. И он сказал: для получения практического опыта он пришел к бедному Махараджа Раджит Сингху, будет лучше дать ему немного денег,
и отправить его обратно. Одним словом, знания без практики не имеют никакой ценности. Практика имеет большую важность. Если человек имеет какие-то знания и потом хочет применить свои знания на практике, то иногда у него возникают большие трудности. Одним словом, если кто-то, прочитав книги, считает себя очень опытным, то он должен понимать, что он может получить такой же ответ, который дал Махараджа Раджит Сингх. После того, как молодежь общины получает знания, она должна применять их на практике. Благодаря этому община будет быстро развиваться. И они должны применять свои знания под наблюдением опытных людей. Многие люди дают советы, что надо использовать новые технологии. Но при использовании новых технологий иногда возникают проблемы, которые могут устранить только опытные люди. किसी मैदान का माहिर समझने लग जाए तो फिर रंजीत सिंह वाला जवाब मिलेगा उसे जमात की उमूमी तरक्की использование новых технологий может принести пользу вере мусульман Ахмади и укрепить их связь с халифом времени и общиной, даже если они находятся далеко. В этой связи обетованный реформатор сказал: члены общины не могут жить и не могут развиваться, не имея связи с корнем общины, то есть ее центром. В настоящее время для этого средством являются газеты. Тот, кто получает газеты, становится похож на того, кто находится рядом с нами. Например, сейчас проходит Джалса Салана, ежегодный съезд общины, и я произношу речь, используя громкоговоритель. И женщины, находящиеся в своем зале, тоже слышат мою речь благодаря этому. Если бы этого не было, они бы не узнали, о чем я сейчас говорю. Этот громкоговоритель приблизил женскую аудиторию ко мне. उन ज़राए का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जिनसे दूर बैठकर भी वो ताल्लुक कायम रहे मुस्लिम आउद इस बात को बयान करते हुए एक जगह फरमाते हैं कि जमाती मामला काजू говорит сейчас женщины тоже слушают мои выступления в своем зале благодаря громкоговорителю उनका जड़ से ताल्लुक ना हो और इस जमाने में یہ تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ اخبارات ہیں انسان کسی جگہ بھی بیٹھا ہوا ہو اگر اسے سلسلے کے اخبارات پہنچتے رہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا پاس بیٹھا اس کی ایسی مثال ہے جیسے میں اب بول رہا ہوں ابیتوانی ریفارماتر продолжает таким образом газеты укрепляют связь людей с общиной جلسے کی تقریر ہے Обетованный Мессия Мирому часто говорил, газеты «Аль-Хакам», «Окончательный довод» и «Аль-Бадр», «Полная луна» — это две мои руки. И хотя иногда эти газеты публиковали такие материалы, которые были вредны для общины, но в целом их польза была больше, чем вред. Поэтому обетованный Мессия Мирому сказал, «Я ощущаю, что эти две газеты — являются двумя моими руками. Это означает, что посредством них я поддерживаю связь с общиной.
В то время члены общины уделяли большое внимание покупке этих газет, но количество членов общины в то время было в 20 раз меньше, чем сейчас. Хазур говорит, а сейчас членов общины уже в 1000 раз больше, чем было в то время. Обетованный реформатор продолжает. Однажды, при жизни обетованного Мессии, мир ему, количество покупателей газеты «Аль-Бадр» достигло 1500 человек. Потом оно уменьшилось. Аналогичная ситуация была с газетой «Аль-Хакам». И в то время члены общины покупали газеты, читали их сами и потом отдавали их другим людям, потому что они считали это хорошим способом для проповедования. Один извозчик, у которого была своя конная повозка, часто покупал газету «Аль-Хакам», и когда он видел, что его пассажир обладает чистой натурой, он говорит ему: «Пока мы едем, почитайте мне, пожалуйста, эту газету». Благодаря этому они узнавали о существовании Ахмадията, и некоторые из них записывали название газеты. И таким образом, они устанавливали связь с общиной и приносили обет верности. И несмотря на то, что этот человек был неграмотным, в своем районе он был лучшим проповедником, посредством которого многие люди приняли Ахмадият. اپنے علاقے میں باوجود ان پڑھ ہونے کے اور ٹانگا چلانے کے سب سے زیادہ بیتیں کروائیں اس زمانے میں تو اور بھی آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا в настоящее время Всевышний Аллах создал новые средства и мусульмане Ахмади должны привыкать к тому чтобы смотреть спутниковые каналы МТЕ для воспитания своих детей укрепление своей веры и укрепление связи с Ахмадийским халифатом. Есть также еще одно хорошее средство. Это веб-сайт общины alislam.org. Его тоже можно использовать для проповедования о пришествии обетованного Мессии мир ему. Этот веб-сайт является также очень хорошим средством для воспитания мусульман Ахмади и средством укрепления связи с халифом времени и общиной. Обязанностью каждого мусульманина Ахмади является укрепление связи с общиной. Некоторые люди всегда желают поступать согласно повелениям ислама и регулярно совершать пятикратный намаз. Но при этом они общаются с такими людьми, которые проявляют лень в совершении намаза. И они неосознанно попадают под влияние этих людей, и в результате тоже начинают проявлять лень в совершении намаза. Поэтому надо дружить с такими людьми, которые регулярно совершают намаз. Что касается регулярного совершения намаза, то особенно я хочу обратить на это внимание жителей Рабвы и Кадьян. У них есть мечети, находящиеся рядом с их домами. И большинство живущих в этих городах людей являются мусульманами Ахмади. Поэтому они должны оживлять свои мечети. И они должны остерегаться тех людей, которые плохо говорят о системе общины. Некоторые люди, которые посещали эти города, написали мне, что жители этих городов должны больше внимания уделять совершению коллективных намазов. Так что те люди, которые живут в этих городах, должны больше внимания уделять совершению намаза, и они должны оказаться под влиянием тех людей, которые совершают намаз должным образом. Мусульманам
جو جماعت کے نظام کے بارے میں غلط خیالات رکھتے Когда ہیں какой-то умный человек попадает под влияние кого-то, он сразу понимает это. جو جاتے ہیں بعض دفعہ И обетованный Мессия мир ему рассказал в связи с этим об одном событии. کہ ربہ میں بھی نمازوں کے اہتمام کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. بس ربہ کے شہریوں کو Однажды к колену неожиданно подбежал один человек и крепко обнял его. И после того, как он ушел, Гален сказал: «Сделайте мне кровопускание, в моей крови есть что-то от сумасшествия, потому что этот сумасшедший, и не обращая внимания на других людей, он обнял меня. По-видимому, в моей крови есть что-то от сумасшествия, что притянуло его ко мне». Те люди, которые склоняются к людям, не совершающим намаз, доказывают, что они имеют что-то общее с этими людьми. Поэтому нам надо склоняться к тем людям, которые очень внимательны к намазу. И таким образом будет увеличиваться количество людей, регулярно совершающих намазы. И ленивые тоже попадут под их влияние и тоже начнут совершать намаз. یہ اوروں کو چھوڑ کر مجھ سے آ چمٹا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر جنون کی کوئی رگ ہے جس سے اس دیوانے کو مناسبت ہوئی اور وہ میرے طرف کھینچا آیا. ایسے آدمیوں کو ادھر جھکنا, اور آپ مسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے جھکنا جو نمازی نہیں ہیں, جو ان کے پیچھے چلنا جو نمازوں میں سست ہیں, یہ بتاتا ہے کہ انہیں بھی سست لوگوں سے مناسبت ہے. بس عمومی طور پر ہر جگہ ہی ہر احمدی کو سست لوگوں سے مناسبت رکھنے کے بجائے چست لوگوں سے, ایکٹیو لوگوں سے, جماعت کے فعال لوگوں سے مناسبت رکھنی چاہیے, ان سے تعلق رکھنا چاہیے. اور جب یہ مناسبت Однажды к обетованному мессии мир ему пришел какой-то человек и сказал: "То سست بھی پھر چست Покажите мне такие-то знамения. Если вы покажете мне эти знамения, то я уверую в вас". Обетованный реформатор сказал: "Я хорошо помню, что обетованный Мессия мир ему ответил ему: Всевышний Аллах не похож на фокусника. Каждое его деяние содержит в себе мудрость. Скажите мне, получили ли вы какую-то пользу от тех знамений, которые Всевышний Аллах уже явил? И в то же время вы просите у меня новые знамения. Человеческой натуре не свойственно постоянно пребывать в тленности. Иногда натура человека требует, чтобы ее требования были выполнены. И упорство в отрицании проявляют те люди, которые следуют по стопам сатаны. Такие люди всегда требовали от всех пророков и даже от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы он показал им знамение, дом из золота, или чтобы он поднялся на небо. И они говорили, что не уверуют в него только из-за того, что он поднимется в небо. Он должен еще принести оттуда книгу. Они требовали от него продемонстрировать такого рода бессмысленные и глупые вещи. Всевышний Аллах не обращает внимания на такие требования. Он дает многие знамения своим посланникам, и человеку, обладающему чистой натурой, достаточно даже одного знамения. بلکہ اسمان سے کتاب بھی لے کر آئے ہمارے سامنے, اور اس طرح کی بیہودہ باتیں اور اعتراض تھے. بس اللہ تعالیٰ ان بیہودہ مطالبوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, اور نہ اس کے انبیاء دیتے ہیں. بے شمار نشانات ہیں اگر ماننا ہو تو نیک فطرتوں کے لیے. Некоторые люди выдвигали возражения против движения تحریک جدید. Обетованный реформатор, отвечая на их обвинения, сказал: «Тахрик-и-Джадид на самом деле это не новое движение,
А старое движение и слово «джадид» — новое, означает, что оно предназначено для исцеления больных людей, которые не согласны лечиться без какого-то новшества. Это подобно тому, как врач назначает больному лекарство, и он долгое время принимает это лекарство, а потом, по прошествии времени, он начинает думать, что это лекарство ему уже не помогает. Тогда врач говорит: «Хорошо, я выпишу вам новое лекарство». И он добавляет в это лекарство какую-то примесь и дает ему. Например, он добавляет в лекарство кардамон, который делает его ароматным. И больной думает, что врач выписал ему новое лекарство. И врач действительно имеет право назвать его новым лекарством, потому что он добавил в это лекарство новый компонент, и он сделал это для того, чтобы больной не отчаивался и продолжал принимать это лекарство. Однажды к обетованному Мессии мир ему пришла пожилая женщина, которая долгое время страдала от малярии. Обетованный Мессия мир ему сказал ей: «Для исцеления вы должны принимать хинин». Она сказала: «Нет, я не буду этого делать, потому что даже от 1/4 таблетки хинина у меня поднимается температура, которая держится неделю». Обетованный Мессия мир ему сказал: «Хорошо, я дам вам лекарство конайн». На урду хинин называется конин, а по-арабски конайн, что означает «два мира». И он сказал ей: «Это лекарство двух миров». Обетованный Мессия мир ему не назвал его хинином, а просто назвал его по-другому. И после того, как она приняла 3 таблетки, она выздоровела. Пришла к обетованному Мессии мир ему и сказала: «Это лекарство очень хорошо помогло мне, я ощущаю внутри холод. Если у вас есть еще это лекарство, то, пожалуйста, дайте мне его». Хотя раньше эта женщина ощущала повышение температуры даже от 1/4 таблетки хинина, а после того, как лекарство было названо по-другому, принимая его, она стала ощущать холод. Я дал этому старому движению новое название, подобно тому, как это сделал обетованный Мессия мир ему. А вы начали говорить, что это новое движение. Те люди, которые были искренни, хотели, чтобы их духовность развивалась. И когда они услышали новое название этого движения, они сказали: «Давайте получим пользу от этого нового движения». А те, в сердцах которых было лицемерие, сказали: «Он создает нововведение, и он отошел от пути святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обетованного Мессии мир ему». Они не стремятся понять смысл этого движения и получить от него пользу. И это является законом Аллаха, который продолжается с давних времен. Со времени Адама и до сих пор, когда сатана нападает на вас, вы должны подумать, какие новые меры предпринять, чтобы уберечь себя от этого. И вы должны составить новые планы для развития религии. На самом деле, все пророки приходили ради этой цели. И ради этого пришел и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обетованный Мессия мир ему. И для достижения этой цели должна работать вся община в целом. Во времена обетованного Мессии мир ему жил один попрошайка. Он сидел возле офиса Мухасиба, бухгалтерского офиса, и оттуда была видна площадь Ахмадия Чок, Ахмадийская четырехугольная площадь. Однажды, когда он увидел, что в его сторону с этой площади идет человек, он громким голосом сказал: «Дай мне 1 рупию». Когда человек приблизился к нему еще, попрошайка сказал: «Дай хотя бы 50 пейса». Когда человек подошел к нему совсем близко, он сказал: «Дай хотя бы 25 пейса».
Когда человек прошел мимо него, он сказал, дай хотя бы два ани. И когда человек дошел до поворота, попрошайка сказал, дай хотя бы одну покору блюда, которое готовится из овощей в тесте, обжаренных в масле. А когда человек уже завернул за угол, он крикнул, дай хотя бы один перчик. Те люди, которые работают в общине, должны быть такими же настойчивыми, как этот нищий. И они должны прилагать усилия, чтобы принести хотя бы какую-то пользу. Если сначала так будет думать один человек из ста, это хорошо, потому что потом количество таких людей увеличится до 200, потом до 4 и так далее. Сначала вы должны поработать, и потом ждать результата. Подобно тому, как мирские дела не бывают без результата, так же и духовные дела не бывают без результата. Те люди, которые поступают согласно своим желаниям, говорят, мы работаем, но результат находится в руках Аллаха. Этим они как бы хотят сказать, мы прилагали все свои силы, но Аллах был против. Произнесение таких слов является глупостью. Свои слабости, недостатки, они словно приписывают Аллаху. Однако существует закон Аллаха, согласно которому, когда человек совершает какое-то дело, Аллах приводит его к результату этого дела, независимо от того, хорошее это дело или плохое. Например, если человек приложил 1/10 своих сил в каком-то деле, то согласно закону Аллаха, Аллах приводит его к результату 1/10 этого дела. И то, что он достиг в результате только 1/10 этого дела, не означает, что закон Аллаха привел его к плохому результату, несмотря на то, что он приложил все свои силы. Закон Аллаха никого не лишает плодов его деяний. Но те люди, которые обладают дерзкой натурой, говорят, мы со своей стороны выполнили свои обязанности, но Бог не выполнил свои обязанности и забыл об этом. Может ли что-то быть большим неверием, чем это? Результат всегда зависит от степени наших усилий. И это в наших руках. Вы должны понять, что если вы не достигли хорошего результата, то это означает, что где-то в своих делах вы совершили ошибки. Пока вы достигнете того результата, который вы хотите достигнуть, вы не должны сидеть сложа руки. Некоторые люди пишут, мы совершили много поклонений и вознесли много молитв. Мы не достигли своей цели, и наши мольбы не были приняты. Они должны понять, что это является следствием того, что они не пошли по тому пути, по которому они должны были пойти. И они не приложили тех усилий, которые они должны были приложить. Каждый, возносящий мольбы, должен понимать, что он должен следовать по правильному пути, и его усилия должны быть правильными. Обетованный Мессия мир ему говорил, что когда алхимик не достигает результата своего труда, он говорит, я совершил где-то ошибку, и он никогда не отчаивается и всегда винит только себя. И хотя нет надежды на то, что алхимик может достигнуть своей цели, тот, кто хочет создать связь с Богом и обрести приближение к Нему, может надеяться на это на все 100%. Алхимик всю свою жизнь проводит в стремлении достичь результата, но каждый раз он говорит, я где-то совершил малейшую ошибку. И после каждой неудачи он не отчаивается. Но когда тот, кто хочет обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, не достигает своей цели, он не винит в этом себя, а напротив, он теряет надежду, отчаивается и оставляет все свои усилия. Одним словом, алхимик приписывает ошибку себе и считает, что он может изготовить золото, но тот, кто стремится обрести приближение к Богу, свою ошибку приписывает к Богу и оставляет свои усилия.
Сегодняшние исследователи продолжают свои исследования несколько лет, и только после исследований в течение многих лет они достигают своей цели. Если первый раз они не достигают своей цели, то в следующий раз они меняют метод своих исследований. Одним словом, если вы не обретаете духовности и исправления, то вы должны проанализировать себя, вы должны проверить свою сущность и проанализировать свои поклонения. Для этого нужно поступать согласно всем повелениям Всевышнего Аллаха, и необходимо проанализировать все свои действия. Для этого надо исправить свои мысли и разум. Всевышний Аллах сказал: «Я близок к своим рабам, я слышу их мольбы». Если Он не приближается к нам и не слышит наши мольбы, то это означает, что мы где-то совершили ошибки в наших стремлениях. Обетованный реформатор сказал, обетованный Мессией миром уговорил: попрошайки бывают двух видов. Первый – это настойчивые попрошайки, и второй – глупые. Глупый попрошайка – это тот, который 2-3 раза крикнет, если хозяин не отвечает ему, то он идет к следующему дому. А настойчивый попрошайка – это тот, который не уходит, пока он что-нибудь не получает. И такие попрошайки очень редки. Я помню, что во время обетованного Мессии мира приходил один попрошайка, который никогда не уходил до тех пор, пока он что-нибудь не получал. Иногда он сидел и ждал прихода обетованного Мессии мира. И пока он не получал от него что-то, он не уходил. Иногда он называл какую-то сумму, если ему давали меньшую сумму, то он ее не брал. И иногда гости собирали эту сумму, чтобы он ушел. А если обетованный Мессия мир ему болел, он ждал его, и когда после выздоровления он выходил из дома, попрошайка получал от него милостыню и уходил. Обетованный Мессия мир ему сказал: для принятия мольбы человеку необходимо стать настойчиво просящим, и надо постоянно просить у Аллаха и постоянно пребывать у порога Аллаха, и не уходить до тех пор, пока Всевышний Аллах своими деяниями не покажет, что его мольба принята. Но есть некоторые вещи, о которых нельзя возносить мольбы. Например, это относится к беременной женщине. Хазур поясняет: сегодня, благодаря науке, в середине беременности можно узнать пол ребенка. И когда человек узнает, что это девочка, то возносить мольбы о том, чтобы у него родился мальчик, противоречит закону Аллаха. Но он может возносить мольбы о том, чтобы в следующий раз Аллах даровал ему мальчика. Обетованный реформатор сказал: если человек точно знает желание Аллаха и возносит мольбы против желания Аллаха, то это будет неуважением к Аллаху. Следует помнить, что вместе с мольбами надо совершать также и практические дела. Практические дела и постоянное вознесение мольбы притягивает милости Всевышнего Аллаха. Мольба должна сопровождаться практическими действиями. Обетованный Мессия мир ему сказал: если мольба не сопровождается практическими действиями, то это неправильно. И мольба такого человека будет отброшена ему в лицо, и она не будет принята, потому что если мольба не сопровождается практическими действиями, то это является нарушением закона Всевышнего Аллаха, и таким образом он испытывает Бога. И человеку не подобает испытывать Бога. Пусть Аллах даст нам возможность постоянно возносить мольбы,
и привести свое практическое состояние в соответствии с желанием Всевышнего Аллаха, и чтобы мы возносили мольбы согласно всем правилам вознесения мольбы. После джума намаза я проведу молитву джаназа гаиб, за упокойную молитву в отсутствии тела одного мученика. Это будет заупокойная молитва уважаемого Камарус Зия Сахиба, сына уважаемого Мухаммада Али Сахиба из поселка Кот Абдуль-Малик, округа Шейхупура. 1 марта 2016 года, час 30 дня, враги напали на него с ножами и сделали его мучеником. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В этот день Камарус Зия Сахиб работал в своем магазине, находящемся возле его дома. Когда он закрыл свой магазин, чтобы забрать детей из школы, к нему подошли двое неизвестных. Они оттащили его в сторону и начали наносить ему удары ножами. Мученик пытался спасти себя, но они нанесли ему тяжелые ранения в грудь, в сердце и шею. И оставив нож в его шее, они убежали. Мученик не смог вынести этих ранений и скончался на месте. Ахмадият пришел в его семью посредством его прадеда, уважаемого Даулет Хан Сахиба, из поселения Алека-Бери, округа Гурдаспур. Он поехал в Кадьян и принес обет верности на руке обетованного Мессии мир ему. Он похоронен на кладбище Бахишти-Макбара в Рабве. Его прадед, уважаемый Хафик Мухаммад Сахиб, по милости Аллаха, был мусульманином Ахмади с рождения. Он тоже похоронен на кладбище Бахишти-Макбара в Рабве. После раздела страны на Индию и Пакистан, эта семья переселилась и стала жить в поселении Калеки-Нагры, округа Сиалкот. Покойный мученик там родился. Затем, в 1985 году, он переехал в Кот Абдуль-Малик, он получил диплом бакалавра и затем работал в разных местах. Перед смертью он открыл свой магазин по продаже телефонов и изготовлению ксерокопий. Он женился в 2004 году, он обладал многими хорошими качествами, был благородным, честным, общительным, богобоязненным, мужественным, преданным и искренним. Он всегда с радостью принимал гостей из центра общины. Он всегда активно участвовал в делах общины и с радостью встречал каждого человека. Его брат Масхар Али написал: он регулярно совершал пятикратную молитву и пятничные молитвы. Когда продавцы немусульмане Ахмади увидели, что он закрывает свой магазин для совершения пятничной молитвы, они сказали: если этот мирзаи может закрыть свой магазин для совершения пятничной молитвы, то почему мы не можем это сделать? И они тоже закрывали свои магазины для совершения пятничной молитвы. И поэтому он никогда не пропускал пятничные молитвы, думая о том, что благодаря его примеру мусульмане Ахмади тоже совершают пятничные молитвы. Его жена написала: за несколько месяцев до его мученической смерти я заметил изменения в его отношении ко мне. В эти месяцы он не сказал мне ни одного грубого слова и всегда заботился обо мне. По милости Всевышнего Аллаха, покойный был Муси. Он работал в отделе Ислаху Иршат общины, исправления и воспитания, и также он работал на различных других должностях в общине. Он испытывал очень сильное противодействие со стороны противников общины. И об этом уже письменно сообщили в полицию. 14 августа 2012 года напротив его дома собралось 500 человек в сопровождении полицейских. И один полицейский, услышав требования участников этого митинга, начал снимать со стены его магазина фотографии, которые на них висели. На двери его магазина было написано: «Ва инна Аллаха лахува хайру розыки». «Поистину Аллах, несомненно, Он и есть наилучший из наделяющих». И они стерли эту надпись.
На стене его дома были выбиты надписи «Аляйс Аллаху бикафи набдаху». Разве недостаточно Аллаха, слуги его и Маша Аллах? И они молотками разбили эти надписи. И также на стене его дома была выбита надпись «Камарузия, сын Мухаммада Али». И они сбили слова «Мухаммад Али». Таково состояние этих людей. И можно только произнести «Инна лиллахи». 26 января 2014 года пришли 50 богословов в сопровождении большого количества людей. Они вывели его из магазина, начали избивать его и оскорблять фотографии обетованного Мессии мир ему. В это время пришли полицейские, и они арестовали Камарузия Сахиба и везли его в полицейский участок. И ничего не сделали нападавшим. Он постоянно получал угрозы от противников, поэтому он думал о том, что ему надо покинуть страну и уехать за границу. Но Всевышний Аллах даровал ему степень мученичества и призвал его к себе. У мученика остались два брата, две сестры, отец Мухаммад Али, жена Рубти Камар Сахиба, трое детей, Хузейф Ахмад, 10 лет, дочь Аматуль Матин, 7 лет, и вторая дочь Аматуль Хади, ей 4 года. Пусть Аллах дарует высокие степени этому нашему брату-мученику. Пусть Аллах одарит его всеми благами своего рая и дарует ему место в числе своих возлюбленных. Амин. ہمارے اس شہید بھائی کے درجات بلند فرمائے اپنی رضا کی جنتوں میں ہمیشہ ان کے بلند فرماتا چلا جائے اور نومائے جنت سے نوازتا رہے اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.